Кемаль. Слушаю. У тебя все хорошо? Угу. А где ты сейчас? Укладываешь Денис? Нет. Ты ведь ничего там не задумала? Сегодня и так весь мир против меня. Не хватало мне еще твоих фокусов, Нихан. Что, что? Опять что-то произошло? Я банкрот, Нихан. Что? Что слышала? Асу отдала этому мерзавцу единственную улику против меня. Какой ужас. Что собираешься делать? Хуже всего то, что вариантов нет. Вернее, их немного. Либо объявлю о банкротстве, либо Месут идет в тюрьму вместо меня. Какой кошмар. И есть еще один вариант. Который предлагала Асу, правильно? Передать компанию Эмиру. Ты согласишься?